Олимпийские чемпионы провели открытую тренировку для местных спортсменов. Ненецкий округ посетили прославленные боксеры Мурат Гасиев и Егор Михонцев, а также генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Мастер-класс состоялся в минувшую субботу. Чтобы лично увидеть чемпионов, в зал единоборств пришли не только боксеры, но и их родители, а также простые горожане. Тем продолжит Ольга Руссул. Среди тех, кто сегодня пришел на открытую тренировку с именитыми спортсменами, 7-летний Марк Митянин. В боксе он совсем новичок, но уже терпеливо, регулярно 3 раза в неделю приходит в спортзал на тренировки. Уже знает все основные приемы бокса. Прямой удар, степс, уклон, чуночок, боковой удар, нижний. Я пошел в этот спорт, чтобы стать сильным. А для Анатолия Широкова бокс – это образ жизни. Боксом юноша занимается уже 13 лет. Анатолий является победителем категории А, мастером спорта. Но для того, чтобы совершенствоваться в боксерском мастерстве, подтверждать свою спортивную квалификацию, говорит он, нужны выездные соревнования. Надеюсь, буду связывать, если у нас вот все будет продвигаться так, ну, хорошо. После вот, например, этого визита чемпионов, да, и Федерации России бокса, что, может, побольше будет выездов, будем заниматься. А так пока желание не очень есть, потому что выездов нету, а тут сидеть. Его товарищ Никита Захаревич тоже мечтает о профессиональной спортивной карьере. Но без участия в выездных соревнованиях мечтам стать реальностью очень трудно. К слову, в 2018 году боксеры выезжали всего 3 раза. А в идеале на большой земле боксеры за год набираются не менее 50 боев. У меня было не более 10. То есть, если я не буду поднимать свой уровень, я просто не смогу конкурировать с боксерами с большой земли. Знаменитые боксеры приехали в округ по приглашению главы региона Александра Цибульского. Основная цель – популяризация бокса в регионе. Я думаю, что с приездом руководителей Федерации бокса России мы сделаем хороший и такой основательный шаг к дальнейшему развитию бокса в Ненецком автономном округе. Тем временем на ринге тренировку с ненецкими боксерами проводит чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гасиев и российский боксер-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории, олимпийский чемпион Егор Михонцев. И несмотря на то, что тренировка носит больше показательный характер, профессионалы сразу замечают, кто выкладывается на полную, а кто немного лентяй. Бокс – это не только спорт. Способ удовлетворения спортивных амбиций. Это универсальное средство от всех болезней, решение проблем незанятых агрессивных подростков. Бокс помогает воспитать характер, считает генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Но главное, каждый рядовой боксер может стать чемпионом. А такие вот визиты в регион помогают отыскать и раскрыть юные дарования. Есть даже одаренные, может, у них нет возможности, кто-то их не заметил, либо тренер не доработал, либо еще что-то. Для этого мы и делаем. Приезжаем в регионы, чемпионы приезжают. Они смотрят, общаются с тренерами, обмен опытом. С тренерами надо делать, судьи. И также спортсмены надо сейчас чаще проводить между залами. Матчевые встречи между регионами надо возрождать, как это было в советское время. То, что мы уже, в принципе, делаем. После тренировки состоялось расширенное совещание членов Федерации бокса НАО с участием Умара Кремлева и знаменитых боксеров. Участники совещания обсудили будущее регионального отделения Федерации и планы по развитию деятельности общественной организации. Ольга Руссул, Вадим Носкин, телеканал «Север».